Во Львове живет более 2000 переселенцев с Востока и Крыма. Как они адаптировались к условиям жизни в новом для них месте, узнавали наши корреспонденты. Дарья одна с 5 детьми, 2 своими, 3 соседскими, приехала во Львов после продолжительного обстрела ее дома в Луганске. 4 месяца жила в одной из больниц города. Сейчас вместе со своими родителями и детьми арендует однокомнатную квартиру. Работу до сих пор не нашла. Сами снимаем жилье, и очень острый вопрос в этом стоит, потому что государство никакой помощи не оказывает в этом плане, сколько мы уже не обращались. Никаких сподвижек, ничего нет. Все наши средства, которые мы получаем, получается, уходят именно на оплату аренды. Екатерина, мама Дарьи, до сих пор не может забыть пережитые страхи. Я очень плакала долго. Справилась с этим. Тяжело было вообще. Это было жутко. Это, передать это нельзя, понимаете, это только пережить можно. Семья Кривоносовых помощи от местной власти уже не ждет. Благодарны местным волонтерам. Они также переселенцы из Крыма. Их день начинается с разборки гуманитарной помощи. Дехто їде взагалі без нічого, без речей, там з одною сумкою купа дітей. Місцеві мешканці готові були допомогти, викликалися різні діаспори наші за кордоном, які теж знали цю проблему, готові були допомогти. І ми вирішили таким чином зробити такий пункт. Зараз у нас немає постійних партнерів, але у нас є добрі зв'язки з нашими друзями з Польщі, з Угорщини, Голландія. От буквально сьогодні ми отримали великий вантаж дитячий одяг, взуття з нашої діаспори. Департамент соціальної защити помог волонтерам всього лише предоставлением помещения і гаражей для гуманітарки. Лілія Зінідін, Асан Імінов, Заман, АТР.